Unload! Можете сказать, мне сейчас 15 минут ждать, чтобы поиграть или что? Нет, смотри, ты зашел на сервак для матчей. Здесь играю 2 на 2, 3 на 3. Если хочешь просто поиграть в игру, тебе надо на паблик сервак идти и все. Сразу зайти можешь. Ага, понял, спасибо. А вот именно в этой игре, когда я смогу начать играть? Ну, если ты приконнектишься на другой сервак, там... На каждом серваке свои условия. Обычно там 20 минут
карта и все. Просто заходишь, играешь. Либо дизматч, либо симбит. Нет, я имею в виду именно вот на этом сервере, вот сейчас мне ждать, пока закончится время, 14 минут или что. Нет, здесь люди договариваются, опытные игроки, сыграть 2 на 2 или на 3. Тебе просто, если ты только начинаешь играть, тебе неинтересно, у тебя просто будет 0 убивать высоту. Ладно, поэтому понял, короче, надо спасибо. Пойти. Время с стамином нет вообще нихуя. Видишь? Кому-нибудь, кто его смотрит. Ну, в принципе, это мысли вслух будет. Сейчас посмотрим. Кстати, да. Даже удивительно, блядь. На октагоне, кстати, тоже интрига будет. Потому что там же Бола с Реверсом вообще отличный. Assemble. Stop. Contain. Опять стамин у меня.
да. Жестче, блять, играет, чем Боун, там получается. Ты привет, они вообще на да, ворож играет нормально. Сейчас нужно сделать максимальный отрыв, чтобы в случае там проеба как на какой-нибудь там какая следующая у них карта, ну, а сыграть там заранее. Начал играть. Кем посмотрел? Хейсинг, это он какой-то нубок. Ты чё, он его на этой карте вообще просто разметал. Да. Разорвал. Да. Это на ютубе ещё, на слайд. РВ качественно играет сейчас. В общем, им главное здесь просто больше отрыв сделать. А там уже похер, даже если они Окту проебут, то будут все равно за рыбалов играть. На Lost Village на том. На Lost Village будет играть тот, кто он стрелял больше. Ну тогда, ну сейчас да. Же посмотри по ситуации. Я не думаю, что на Окте можно сделать разрыв больше, чем на Овере. Всем привет. Не факт, знаешь. Привет. Это надо посмотреть еще, кто больше сделает. У вас что, соревнования? Нормально играет. Егор Окту хорошо играет. Вот именно, но поэтому отрыва большого не будет в случае даже проеба, мне кажется. А почему меня не позвали на соревнования? Да вопрос, что ты захочешь раз в месяц. Что за дискриминация? Я каждый выходной захожу. Ну а мы играем в будни еще. Спак, я на тебя в суд подам за дискриминацию. Давай, у меня адвокат нормально. Сука. Я тоже хочу поиграть. Может быть, я заняла бы первое место. На твоем месте там афер. Ой, блядь, чаще. У тебя мейда нет, вот в чем дело. Ладно, я с братом в CSGO. А вы хотите тут и смотрите всякую хрень? Спак, обидка. Да, ну Егоров щемит пиздец. Ну бля, они... О, вон плюс вышел. Нормально, кто должен проиграть? Странно, почему Хоуми не забанил Овер. Все, ты не забанишь. По пикам балансы нормально, я считаю. Просто Хоми знал же, что Бо овер пикнет. Так а Хоми с Егором самый плохой овер играет.
Наконец-то хотя бы резидент нет. А то он каждую игру, блядь, заебал. В идеале реверсу нужно и Окту выиграть, потому что они вчера же там очки потеряли с этими саферами. Ну, по идее, Егору надо что-то набрать. Он, у них еще будет шанс. Они же только первую игру играют, ты понял? Вторую. Ага. А первую что, тоже проебали? Первую не закончили против Эйвела. Да, реверс прибавил. Блять, уже настрелял как больше, чем Хоми и Егор вместе взятые. На месте Хоми и Егора сразу бы, блять, банил бы овер. Пал бы на резик. Red team wins.